Здравствуйте, дружок. Сегодня я расскажу тебе сказку, как дед насрал в коляску и поставил в уголок, чтоб никто, абсолютно никто не уволок. Ты представляешь? Охуеть просто. Так, ну ладно, это все лирика, моя история. Значит, 3 недели назад я стал принимать medical cannabis. Ну, это я так сам себе говорю. На самом деле просто наркомания. Ну, вы знаете, как это происходит. Раз, все, и ты уже сидишь на игле. Ну, я шучу, вы в курсе. Значит, дело в том, что я вдруг решил, ну, в общем-то, не вдруг, устроиться в корпорацию. Корпорация, которая называется Walmart. Family Store. И прошел интервью, и мне предлагают, что для того, чтобы приступить к работе, дружок, вам надо сдать драг-тест, пописать в баночку. И, кроме того, кроме драг-теста, бэкграунд-чек, криминал. И так как я уже принимал каннабис, а мне даже в CBD Store объяснили, что даже если вы принимаете CBD, в котором нету THC, то есть компонента, который дает хай, то вы должны подождать 2-3 недели, если вам предложат тест на наркотики. И я, конечно, пошел и сдал тест на наркотики, как полагается, для того, чтобы посмотреть, что из этого получится. Ну, такой я любопытный чувак. И, конечно, когда я сдал этот тест, я имею в виду, отдал его на исследование, и прошло почти 2 недели, я уже забыл, что я его сдавал, и забыл про Walmart, потому что я так понял, как мне объясняли умные люди, что полный писец, что у меня нету никаких шансов. И тут, 2 дня назад, звонок из Walmart. Welcome to Walmart, welcome to family, and приходи завтра на работу. Вот такая вот история. Не верьте никому. Сами проверяйте все в этой жизни. Потому что. Ну, вы поняли. Ну, счастливого вам дня. И каннабис — это класс. Каннабис — это сила. Ура! Даешь каннабис.